продовжуємо нашу весільну тематику і продовжуємо бесіду з нашими гостями Лесою та Вадимом Клейменовими, організаторами та ведучими найголовнішого свята в житті – весілля. Отож, знову вітаю вас в нашій студії, дякую, що знову до нас прийшли, присвятили нам цілих 2 дні, тому що дуже цікаво з вами розмовляти. Отож, нам сьогодні цікаво спитати вас наступне. Які бувають виїзні церемонії? Як вони взагалі організовуються? Важко це чи не важко? Ну, виїзні церемонії бувають грандіозні і суперграндіозні. А бувають ще церемонії в ЗАГСі. Ну, це все, це пережитки прошло. Це мега-грандіозні. Вот. Ну, лучше, конечно, действительно выездные церемонии делать в помещении. Сейчас вот, ну, именно в Чернигове делаются все на природе, да? Ну, в основном стараются делать на природе. Но грандиозных церемоний на природе, ну, не добьешься. Лучше все-таки посмотреть, поучиться у людей, как это делается вот на очень грандиозных проектах, на свадьбах, и сделать эти церемонии необыкновенно. Потому что вот если обыкновенно взять сценарий, обыкновенные слова, там, ну, вот, стандартизированные, то, ну, как-то, ну, всем будет скучно. Вот проходит церемония там 10-15 минут там, или полчаса, и люди уже там потихонечку... Я думаю, у цього и на слезу не пробивает, да? Да, да, да. Оно да, 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 монотонное такое обычное. Церемония, как по мне, она должна состоять не только из трогательных моментов, но и еще с юмора. Юмор должен приходить в какие-то вот душевные моменты. Все это должно быть, сочетаться и подходить именно той паре, которая будет находиться на этой свадебной церемонии. Этого добиться очень тяжело. Это надо проникнуть именно вот, человеческое сознание, человеческую душу, что им интересно. Над этим надо очень хорошо работать. Но, к сожалению, не все стремятся сделать эти церемонии, скажем так, грандиозные. Все там думают, а, церемония там номер... Там расписались, да, быстренько подписи поставили. Там. Ну, как в ЗАГСе это происходит, там, на конвейере все. Но для того, чтобы сделать классную церемонию, нужно очень хорошо подготовиться, очень много работать над собой. Церемонии бывают на улице, как Вадим сказал, очень модные сейчас церемонии, это вечерние. Они очень красивые. Это вообще красивые, грандиозно, да. Когда капсула времени, заходит солнце, зажигаются свечи, огни, и это фото красивое, это видео красивое. Но у нас немножко вот в Чернигове как-то это еще не приветствуется. Ну, можно сделать и дневную церемонию, можно вообще продублировать. Пойти, продублировать. Можно вообще церемонию сделать заранее, не во время свадьбы, а, например, пригласить всех гостей там за неделю. Попросить их одеться соответствующе, сделать вот этот ролик именно заранее, чтобы люди, когда уже пришли на церемонию, это была как бы так формальная церемония, все, там не надо было ничего делать. И это получается гораздо качественный результат. Но для этого надо работать, нужны опять-таки дополнительные средства, и поэтому лучше не экономить на свадьбе максимально. Поэтому получите хороший результат. Будете экономить. Результат будет так. Не экономить на живых цветах, потому что я считаю, что церемония должна быть живыми цветами. Ну, но почему? Очень еще важна арка, оформление арки. Сейчас у нас, ну, в Чернигове очень простые арки в том плане, что... В кульках цех, ну, так надо? Нет, я имею в виду, вот, опять-таки, стандартизировано, ну, арка и арка, все. Почему бы не пойти, допустим, не сделать круглую арку? Почему не сделать треугольную арку? Там, арку, не знаю, там, невеста где-нибудь там на качели, на какой-нибудь. Космическую арку там какую-нибудь сделать. У нас почему бы нет? Да. Допустим, на свадебной церемонии невесту выводит папа, да? Угу. Ну, это обычно стандартно. Традиционно. Традиционно, да. Можно сделать как-то это все необычно. Пусть папа выводит, да, но можно там, я не знаю, там спуститься на воздушном шаре, например. Это грандиозно. Это грандиозно, да, да. А почему мы себя ограничиваем в сознании? Только... Ого. Ну, да, да, почему? Можно сделать свадьбу, например, там, я не знаю, там, в самолете, в подводной лодке. Это почему таких нет? Это вот только вы оправдали мое питание. Я хотіла сказати, от тематичні весілля, так, останнім часом, це дуже популярно. Яка тематика популярна зараз? Чого хочуть зараз? І що пропонує, скажімо так, західна весільна мода стосовно тематики виїзних, звичайно, церемоній? Ну, если взять заграничную, да, тематику свадебной церемонии, она больше уже стандартная. Скажем так, на территории бывших стран СНГ
более грандиозные свадьбы сейчас проходят, нежели за границей. За границей они такие, ну, скажем, там, да, декор великолепный, восхитительный, все это делается на улице, но именно такой фантазии, полета фантазии там нету. Если взять у нас, скажем так, вот на территории Украины или там же в странах СНГ, есть такие церемонии, что, ну, опять-таки, есть специальные ролики, что это не голословно, мы можем подтвердить, что они проходят просто великолепно. Но тут, опять-таки, надо работать, работать и работать над тем, чтобы это подходило. Например, если невеста боится высоты, ну как ее спустить в воздушный шар? Или, например, если невеста постоянно прыгает с парашютом, да, вот у нее такое хобби, почему она не может там... На Василия, на своем. Василий сохнет с фатою, с белым парашютом. Или с аквалангом, платье свадебного, тоже круто. Сейчас очень модные церемонии, исходя из пожеланий молодожен, как мы и говорили, да? Свадьба там авиатора вот была недавно, мы смотрели. Свадьба в рождении вселенной, свадьба птицы. То есть это можно любую тематику взять и так развернуть, красиво сделать. Это невероятные красоты церемонии. Ну, это бюджеты, это очень большие бюджеты. Это бюджеты, и надо ли это молодоженам или не надо, это уже другой вопрос. А стосовно, от буває там кольорові весілля, це вже відійшло трошки від моди? Я знаю, в певний час синя свадьба, там весілля синьо-біле, це взагалі був піск, пік і взагалі. Ну, це дуже актуально до сих пор. В этом сезоні буде модний зелений, или як там називається так по-умному. Тобто, естественні натуральні цвіта. Сейчас, кстати, цвета вообще непонятно. Если раньше был зеленый, красный, там и желтый, то сейчас там разные такие цвета, которые... Вот знаете, что такое цвет пудра? Так. А я только вот недавно узнала, что такое цвет пудра. Да. Ну, це не з Катюша, знає, вона професійний візажист, вона знає, що таке колір пудри, їх в неї 500 десь. А я от тільки узнала, да, для мене це було відкриттям великим. Так що можна видумувати, польот фантазії нереальний. Головне желання, ну і ще й бюджет. Не спеши. Не только как предложение сделали, сразу все, йдемо на свадьбу, все-все-все. Не готовимся, собираємо деньги і делаємо свадьбу. Я думаю, якщо наречена готувалась, як ви кажете, з дитинства, то чому ні? То, в принципі, уже... якщо вона хотіла бути Рапунцель на свадьбі, то, пожалуйста, чому б ні? Якщо вона хотіла там розових єдинорогів на свадьбі, то можемо зробити, пожалуйста, ну, що угодно. Дуже оригінально. Або вінтажний стиль. Вінтаж, да, теж. Він, по-моєму, ніколи з моди не виходить. Вінтаж. От був модний рустик раніше, він до сих пор модний. І що, перепрошую? Рустик. Це як? Дерев'яна більше такий, да? Ну, це лісна тематика. Як у нас на нашій дерев'яній свадьбі було. От ви розповідали про тематичні весілля такі, як, що стосовно образу жениха? Нареченого і нареченої. Ну, если мы берем тематическую свадьбу, обязательно быть в тематическом образе. То есть, если это какая-то винтажная свадьба, естественно, это платье винтаж, это какой-нибудь веночек. Жених тоже должен быть под стать невесте. Обязательно хотя бы маленькие нюансы, хотя бы там, не знаю, бабочка какая-нибудь там, бутоньерка, да, это называется, бутоньерка? Так, бутоньерка. Да. Если это берем свадьбу какую-нибудь там пиратскую, то обязательно тоже это должно быть в стиле. И обязательно еще гости. Если мы делаем тематическую свадьбу и гости не в теме, то никакая тематическая свадьба не получится. Да, но тут надо опять-таки все организовать, чтобы если гость пришел не в тематической одежде, были художники, костюмеры, да, которые сразу же могли бы что-то выдать, человек сразу бы переоделся, ему было бы более комфортно находиться в этой обстановке. Вот. Но это опять-таки бюджет. Если бюджет. Это деревянная свадьба, да, или какая-то просто, на природе, да. То хотя бы веночки какие-нибудь на голову, да, девушкам, мужчинам там можно на руку там что-нибудь такое, или там бутоньерку. Что-то очень простое. Если нет денег, то это не значит, что не надо делать свадьбу. Можно просто вот лето, фантазия просто зашкаливает. Взяли, накосили какую-то там травы, сплели венки, повесили. Ну, это очень все можно придумать. Но все одно это треба цим зайнятися, займатися. Заниматься нужно, да. И нужно все-таки делегировать свои полномочия кому-то, там, организатору какому-нибудь, потому что сам не сделаешь. Нужно понимать, что чем больше будет профессионалов в команде, которые будут организовывать свадьбу, тем результат получится более качественный. Невеста может сама украсить зал, надуть шарики, натыкать цветочком, но это будет не то, если это будет делать профессиональный декоратор. А стосовно ще весілля і дня весілля, мені також цікаво наступне. От я зіткнулася свого часу також з такою проблемою – робити велике весілля чи маленьке. От плюси і мінуси великого весілля або, ну, і маленького такого, знаєте, родинного кола, так? От що ви скажете на це?
во всем хорошем можно найти плохое, и во всем плохом можно найти хорошее. Ответил я на вопрос, не знаю. Но можно делать и такое, и такое. Главное, какая стоит задача, какая есть цель конечная. В принципе, сейчас очень часто делают свадьбы 30-50 человек. Это, ну, маленько, так? Ну, это среднее количество свадьб. Это, у нас была самая маленькая свадьба, это 6 человек. Это вот маленькая свадьба, да. А мы невеста и родители, все. Ну да. Мы думали, что мы будем делать. В принципе, свадьба была обыкновенно, 6 часов надо было работать. Но свадьба прошла... Ну, очень великолепно, потому что как-то вот нашли общий язык, душевность. Они очень любили петь и слушать песни. Мы любим играть на гитаре, и поэтому на этой волне мы вот, собственно, общались как вот близкие. Я, если честно, никогда не понимала больших свадеб. Ну, вот я, например, как невеста, я не понимаю, 200 человек или 250. Кто они? Кто они? Кто все эти люди? Ну, честно, неужели вы их всех знаете, 250 человек? Ладно, делим напополам. 175 с одного, так хорошо. 175 человек, кто вы, люди? Ну, я не понимаю таких свадеб. Это лично мое мнение. Ну, если люди хотят делать такие свадьбы, то почему бы нет? Масштабно, очень запоминающиеся. Я все-таки за золотую серединку. Вот человек 50, вот я считаю, что это такая более самая комфортная, нормальная свадьба. Дуже часто от, ну, кличуть на весілля от всіх, там, починаючи з там, друзів дитинства, так, тих самих родичів, закінчуючи там, ну, коллега по работе, мамы, мамы, так, да, або там сусідка, бабусі. Що робити, коли от на весіллі люди зустрічаються вперше, так? І, ну, взагалі один одного не знають, і така, ну, атмосфера не дуже, не те, що не напружена, а просто от вона не дружня, от вона ніяка. От якщо так. Тут, ми вже говорили вчора там про флешмоб, про те, як дочекатися, так. А от якщо тут вже розгар весілля, вже от і така проблема. Очень важливо, щоб був професіональний ведучий. Професіональний ведучий, він, прежде всего, должен бути немножечко психологом. Він должен розвиватися в этом направлении. І, ну, на свадьбі очень важно это доброта. Это самое, наверное, превалирующее качество и любого ведущего. Позитивный настрой, да. Если ведущий по-доброму дает какую-то информацию, дает какие-то конкурсы, флешмобы, то все как-то объединяются, и, я так думаю, нет никаких различий, нет никакого напряга на свадьбе. Кто боится гость на свадьбе? Вот что, показаться глупым. Да. Почему он боится выходить на конкурс? Потому что он вышел, он не знает практически никого, кроме молодоженов там, и родителей. Або только одного. Или кого-то одного вообще, да. Он боится справиться или не справиться и с его вот заданием. Выдергивает одного единственного перед этой толпой людей, да, которых там 50 или 100 человек. И он стоит, он боится показаться глупым. У него отнимается дар речи, он ничего не может сделать. Нужно показать, что ты комфортно чувствуешь себя на празднике, да? То есть мы не выдергиваем одного человека, мы стараемся это группу делать людей, массовостью. Например, там, когда человек уже человек. Массовость, когда они в команде, они меньше стесняются. Они потом уже, когда выигрывают, и так выигрывает команда жениха, we are the champions. И они потом, люди незнакомые, начинают обниматься, поздравлять друг друга, классно, да, мы же победили, все круто. А потом через 10 лет, а помнишь, мы там на свадьбе, на веселье Васи там перемогли. Да, да, да. То есть вот такое больше массовость и дружеская обстановка. И позитивом. Ни в коем случае не выбирать одного человека, как, знаете, посмеяться над ним. Бывает такое, что выбирают из толпы одного человека, и вот над ним смеются всю свадьбу. Можно выбрать одного человека. Ведущего. Можно и ведущего. Або людину, яка принаймні комфортно себе почуває в принципі і готова до цього. Который сам идет на контакт. Ну, наприклад, свидетель. А, так, ну над цими людьми, мені здається, потішається все. Василія була подружкою нареченої. Да, свидетели, конечно, это без них никуда. Хотя бывают свадьбы, на которых вот у нас была недавно свадьба без свидетелей. Это сейчас очень часто. Модно очень, дело, без да. свидетелей, да, свадьбы. Ну, ничего страшного. В принципе, вы знаете, раньше мы как-то к этому относились, вот если что-то нестандартное свадьба или еще что-то, как-то вот с осторожностью. Сейчас, наоборот, чем свадьба нестандартнее, тем она как-то интереснее для нас, потому что можно как-то вот подумать, что-то сделать новенькое. Это... Такой вызов даже. Вот у нас будет вызов. Свадьба в стиле «Форсаж». Что сделать в стиле «Форсаж 8»? Это вот сейчас у нас главная тема для разговора дома. Да. Кстати, если у вас будут какие-то идеи, присылайте. Пишите в личку. Ставьте лайки. Да. За самую лучшую игру мы дадим самый лучший приз. Да. Это будет сейчас цікаво, напевно. Так.
Ну, да. А які ідеї є? Чи це секрет? Ну от він дізель вже перед вами, що вже є один составляюча одна. А там подумаємо ще. Ми, коли от создаємо якісь проєкти, стараемся объединить несколько творческих людей и сделать мозговой штурм. И просто сидим, разговариваем, и бывают какие-то самые нелепые идеи, они являются самыми вот, вообще крутыми потом получается. Поэтому нужно делать мозговые штурмы. Собираем ведущих наших друзей, знакомых да. вместе, и вот такая тема, давайте накидываем идеи. Накидываем, накидываем, с этого образуется такая большая концепция. Да. Тобто ви з ведучими весільними Чернігова, ви... Півдружності в такий, так? Ви не конкуренти, ви... Абсолютно ні. Ну, стараємося дружити. Абсолютно ні. На всякий випадок, так? Ну, да. Він є, який... Чим чоловік талантливий, тим він більше відкритий і для своїх колег, і для общества. Йому нічого скривати. Чим чоловік... Да, чим чоловік більше, як би, ну, боїться конкуренції, він старається закриватися. Поэтому я думаю, що треба бути відкритим і йти... каким-то прогрессивным идеям. С молодоженам не нужно бояться самим генерировать идеи. Бывает, приходят на встречу, ну да мы бы вроде бы хотели бы, да и нам как-то там не знаем. Если у вас есть идеи, говорите все ведущему, говорите организатору, и потом они на фоне этих идей делают большую интересную программу. То есть надо молодоженам включаться, обязательно включаться в организацию свадьбы. Да, может быть идея родилась, ну самая там какая-то безумная, да, вот как, например, там прыжок невесты с парашютом. Или невеста, те же самые байкеры, да? Да, да, да. Вот она хочет на церемонию подъехать на байке. А почему нет? Почему нет? Это очень круто. Да, это, конечно же, но немножечко, может быть, даже травмоопасно, потому что если большой шлейф... И представляешь, вместо каравая с шампанским встречают с пивом и чипсами. Это вообще бомба, крутяк. Бомба, да. Вот, да. Мы с Лесей когда-то генерировали, чтобы вот встречать молодоженов не с караваем. Ну, у нас принято, да, встречать с караваем. Ну, для родителей это очень важно, хороший момент, все. Но можно проявить фантазию и встретить как угодно. Например, баскетболистов. Как можно встретить? От, как, мяч їм. Мяч, да, що там, злом, ну, допустим, бросать какое-то импровизированное кольцо или еще что-то там такое, да. Да? Туриста можно встречать там. Да, под... мы тоже прикалывались с Вадимом. Гавайская вечеринка, можно взять арбуз, там, битое разбить, подбросить. Ну, что-то тут такое. А почему бы нет? Вот это очень вкусно сейчас. Мы все сейчас, боимся да. экспериментов, да. И очень боимся поражений. Надо не бояться каких-то неудач, и тогда человек будет достигать поставленных целей. Тож, дякуємо, що ви до нас завітали. Було дуже інформативно, так дуже цікаво. Цікаво так, дуже насичено цікаво. Цілих два дні, так. Спасибо, що пригласили. Нам було дуже теж цікаво поділитися. Якщо що, ми завжди відкриті к общению. І в будь-який момент нам можуть всі дзвонити, писати, відповідати да, на всі питання. Вопроси, пожалуйста. Так, якщо, друзі, у вас є ідеї стосовно весілля у стилі «Форсаж 8», Леся та Вадим Клейменом шукайте в соцмережах і давайте їм поради. А з вами ми поки що прощаємось. Ще раз дякую, що до нас прийшли. Бачимося ще. Да. До зустрічі. До зустрічі.